Строящиеся объекты международной выставки «Экспо-2017» уже завтра посетит Государственная комиссия. Ожидается, что ее возглавит премьер-министр Казахстана Карим Масимов. В списке проверяющих числится первый заместитель премьер-министра Бахытжан Сагынтаев, министр национальной экономики Ербулат Досаев, глава Минфина Бахыт Султанов, руководитель энергетического ведомства Владимир Школьник, комиссар выставки «Экспо-2017» Рафиль Жошибаев и новый глава национальной компании Адильбек Джексибеков. Отмечу, накануне стало известно, что совмещение акимом столицы и полномочий председателя правления нацкомпании «Экспо-2017» будет осуществляться на безвозмездной основе, так как по закону государственным служащим запрещается заниматься другой оплачиваемой деятельностью. В свою очередь, на самом объекте строительства международной выставки отмечают, с приходом нового руководителя темпы строительства возросли. Работы ведутся. Это не влияет на сроки, не влияет на взятые на себя обязательства данных подрядчиков, поэтому работы ведутся, как шли. Наоборот, сейчас мы усиливаемся согласно графика и согласно наших планерных совещаний. Мы должны вот в сроки все успевать.